Спасибо огромное. Наступило время для небольшого перекура. Для этого тоже есть подходящее произведение. Возможно, оно тоже не совсем лирическое. Зато оно точно полностью неистовое. И называется оно «Мы сидели и курили». Шли над городом притихшим, по улицам и крышам, карнизам, переулкам, подшипникам и втулкам. Где-то появилось солнце, где-то появилась тень. Лишь мы сидели и курили, начинался новый день. Шли красавицы на тройку, рабочие на стройку, в трамвае по проспекту Бен Ладен шел в аптеку. Шли парламентеры в монтеры, шли легко и без затей. Лишь мы сидели и курили, сидели и курили, мы все сидели и курили. Начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день. Годы шли, шли недели, пока не обалдели. Недели шли и годы, вступления и коды. Солдаты в рукопашной, часы на Спасской башне, открытки и конверты, деньги шли и документы. Ушли, остались двое самых чокнутых людей. Лишь мы сидели и курили, сидели и курили, мы все сидели и курили, сидели и курили, мы все сидели и курили. Начинался новый день, 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 начинался.